Так, кажется, название нашел. Фрасте. Больше ничего нету. Ни названий, ни имен, ни фамилий. Как эта херня называется, не знаю. Ну, наверное, какой-то очередной дрил. Дрил, да, какой-то есть. Итальянский. Где-то что-то было. Да ладно. Жаль, конечно, что снегом немножко завалило. Да пока все равно потом еще вот пульт управления, стрела сложена. Ничего, в общем-то, особенного. Гусеницы резиновые. Вот я на Пракле работал-то раза в два побольше. А вот Хютте такой вот, как тот синий. Ну, конечно же, посимпатичнее. Челюсть одна. Вот шишигу я, самое главное, хочу шишигу снять. Я говорю, это... Разве? Он говорил, что хочет избавиться от нее. Нет, вторую притянут, то надо будет двигаться снимать. А, из двух одну сделать? А, кажется, да, что-то такое. Как она, УГБшка или УСБшка? Как она? УГБшка. Я смотрю, кабина там совсем прогнила. Ну, это ладно, это, короче, мелочи жизни. Хочет продать. Не знаю, конечно, морально все это устарело, но управлять такой много ума не надо. Движок D240, вроде как, говорят, от Юмзика, не от белоруса, от Юмзика, какая там разница, разве на Юмзике ставили другие. Ой, чуть не упал. Да, тут нечего смотреть. Там вон еще один за этим Мерседесом стоит. Но тот банк отобрал за долги. Ладно, пока хватит. Контейнер. Там и бытовка, вон там еще вагончик.